Во Владивостоке около нижней станции фуникулера активно идут работы по возведению новой лестницы. Она свяжет участок от Всеволодосибирцева 16 до Пушкинской 29, и ее длина почти 70 метров. В прошлом году мы приступили к работам по благоустройству территории между улицами Всеволодосибирцева и Пушкинской. В наши задачи входила реконструкция ливневого коллектора, который проходит под лестничным пространством. Эти работы уже завершены. Выполнены бетонные работы по самой лестнице, она полностью сформирована. Сейчас мы приступили к ограждению лестницы, озеленению территории между линией фуникулера и лестничным пространством и линии прокладки, линии освещения. Напомним, в этом году в разных районах Владивостока всего отремонтируют около 70 лестниц. Уже выполнен ремонт почти по 40 адресам. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на восьмом.